просто да, поближе. У вас дети есть? Нет. Пожалуйста, вот будет ваш первый ребенок. Как вы его назовете? Пускай будет Лена. Это девочка. Поздравляю вас, девочка Лена. Ну, пожалуйста. Вот как-то так вы будете его удерживать на руках, да? Да. Я больше чем уверен, что в автомобиле вы этого не будете делать, да, но вот ради эксперимента мы это попробуем. Безусловно, пассажир во время поездки не следит за дорогой. Да, то есть контроль дорожной ситуации – это не ваша задача. Ну, где-то в своих мыслях, вы о чем-то о своем думаете, да, может быть, смотрите в боковое окошко, наслаждаетесь пейзажами. И, конечно, отвлечены. Поэтому момент столкновения для вас – это большая неожиданность. А теперь я должен некоторые процедуры с этим ребенком проделать, но вы не должны этого видеть. Поэтому на некоторое время, пожалуйста, отвернитесь, да, чтобы вы это не видели. Это будет проще, да, капитализовать, если вы закроете глаза. Закройте, пока не открывайте. Я вам вручаю обратно ребенка. Держите. Ага. Итак, вы представили, да, мы движемся. Скорость, ну, допустим, 30 км в час. Около 30. Мы продолжаем движение. Вдруг свист тормозов. А где ребенок? Почему он оказался здесь? Не ожидали? И ребенок, конечно, либо сталкивается со спинкой сиденья, испытывая колоссальные перегрузки, либо, как минимум, если это незначительное столкновение, либо резкое торможение, мамочка сжимает в руках ребенка, крепко сжимает. Правильнее, конечно, ребенка укладывать в кресло дома. В комфортных условиях, при комфортной температуре и имея свободное пространство. В автомобиле это делать достаточно сложно. Так, я подготовил вам место, да? Вы пока просто положите его. Да, сейчас наша задача его пристегнуть. Мы соединяем две лямки. Ремень безопасности. Вставляем их в замок. Когда мы обеспечиваем натяжку, важно, чтобы ребенок мог свободно дышать. Поэтому между грудью ребенка и лямками должна проходить ладонь. Примерно так. Вот. И только теперь мы это кресло устанавливаем в автомобиле, где также заранее установлена комфортная температура. Пожалуйста, можете это сделать. Давайте я вам сейчас ручку. Кресло устанавливается спиной по ходу движения. То есть спиной вперед. То, что кресло надежно зафиксировалось,